Привет, Сэм. Новые точки, которые ты подключил к сети, помогли нам в восстановлении архивов. К сожалению, я так и не нашел никакой информации о происхождении ББ. И не могу получить доступ к послужному списку ББ-28. Если бы он у меня был, то я бы наверняка смог сказать, откуда у тебя взялись эти странные ощущения. Ладно, вернусь к делам. И ты тоже давай. Сэм, проверь заказы в терминале. Добро пожаловать, Сэм Бондербрид. Хиггс подставил Фреджа? Опять подслушиваешь. Все это в твоем журнале. И с помощью хиральной сети мы смогли восстановить региональные архивы среднего узла. Они подтверждают ее рассказ. Я сам разберусь, что правда, а что нет. Я по голосу все понял. Ей от этого гада конкретно досталось. Надеюсь, теперь ты готов с ней работать. Хорошая новость, Сэм. Робот, которого ты отправил, добрался до места. Испытание прошло успешно. Я подготовила для тебя еще одного. Прими в знак благодарности. И еще, Сэм. В терминал добавлен новый тип доставки. Твой упорный труд уже заметили. Поэтому кое-кто предлагает ввести премиальный сервис. Необходимость самоограничения может показаться странной, но если добьешься успеха, то еще больше укрепишь свою репутацию. Так что если тебя просят доставить груз за определенное время, можешь уменьшить время еще больше. Тогда в случае успеха твоя оценка повысится. Если тебе нужны испытания, попробуй. Сэм, мы высоко. Подарок, Лиза. Хо-хо-хо. О, Клифф, не стоило. Что же там? Что же там? О-хо-хо-хо. О, смотри-ка, шапочка. Тебе нравится? А теперь твоя очередь, малыш. Хо-хо-хо-хо. Хочешь, я ее открою? Хо-хо. О, что это у нас тут? Что это у нас тут? Космонавт. И моего друга мы тоже одарим. Это мне больше ни к чему. Я завязал с этим. Теперь я думаю только о тебе. Так что я останусь здесь с тобой.
А это мой друг уберет куда-нибудь. Ну? С Рождеством. Хо-хо-хо! С Рождеством! Хо-хо-хо-хо! Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Сканирую. Счастливого пути. Обеззараживание костюма. Оружие разрешено. Почти у цели.
Отлично. Снимай шляпу. Ах, да. Хочу тебе кое-что дать. Надеюсь, пригодится. Ну, береги себя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Let's go.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Обеззараживание костей. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Интересно, кто-нибудь видел?
Ты хочешь что-то сказать? Доставляю груз. Привет. Сэм Бриджес, да? Мы тебя ждали. Этот датчик спасет многих людей. Дай-ка я посмотрю. А, черт. По крайней мере, ядро не повреждено. А это главное. Когда подключишь нас к сети, мы сможем поделиться результатами замеров. Окажешь нам честь?
Наверняка ты в курсе, что метеостанция была построена до выхода смерти. Бриджес один ее отремонтировал. К сожалению, мы давно потеряли связь со спутниками из-за хиральных облаков, поэтому нам сложно измерять уровни хиралия и предсказывать темпоральные дожди. Но благодаря тебе метеостанция скоро заработает. Ты облегчил нам работу, а мы теперь поможем тебе. Мы не подведем тебя, обещаю. Береги себя. Я вижу, ты подключил метеостанцию. Великолепно, Сэм. Когда район интегрируется в хиральную сеть, он, так сказать, также становится ближе к берегу. Это сильно влияет на уровни хирали, и оценка этого влияния – одна из основных функций Кьюпида. Чем больше нам известно, тем точнее мы можем предсказать время и место темпорального дождя. Без хиральной сети мы могли бы только гадать. О, благодаря твоим успехам, ты теперь можешь смотреть прогноз погоды с помощью браслета. Открой карту, увидишь. Пригодится при планировании маршрутов. Я буду следить за плотностью хиралия из лаборатории. Она недалеко от южного узла. Обрабатывай заказы, и тогда быстро подключишь этот регион. Удачи, Сэм. Отлично, Сэм. Еще одна точка в сети. Молодец. Продолжай в том же духе. Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети, в том числе тебе. Ты можешь просмотреть их через браслет. Пригодится при планировании маршрута. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать. Теперь по браслету можно смотреть прогноз погоды. Очень удобно, когда ты в дороге. Загляните в терминал доставки. Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Воздушный транспортер — это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и вести к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало.
Сэм. У тебя недостаточно ресурсов для строительства базы. Не забудь забрать все, что мы тебе выделили. Всего тебе наилучшего. Береги себя. Доберись до зоны строительства. Заблудишься, пользуйся картой и компасом. Будешь поближе, я вышлю дополнительные инструкции. На месте. Давай строить базу. Ты готов, Сэм? Сначала возьми свой ПХК и выбери пункт база. Thank you.
Сэм, тебе действительно нужно побыстрее доставить материалы к базе. Спасибо, Сэм. Эта база принесет огромную пользу многим людям. Я не только о курьерах, что будут останавливаться здесь по пути к метеостанции, но и о людях, которым они помогут, и тех, кому помогут эти люди. Мы все связаны. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм, в твоем ПХК теперь есть схема базы. Это довольно большая постройка, так что тебе понадобится много времени и материалов. Но зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй.
Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Спасибо, что пришел. Это невероятно. Не понимаю, как ты это делаешь? Ну, удачи и береги себя. Отлично. Доступен новый. В мою коллекцию. Спасибо за ваш вклад. Предсказывать погоду – это как предсказывать будущее. У некоторых животных есть шестое чувство, позволяющее им избегать опасности. Но у нас есть кое-что получше – способность собирать и анализировать данные. Только люди обладают возможностью строить план. У нас есть способность ежедневно представлять себе, каким будет завтрашний день. И наше воображение когда-то позволило создать богатую, яркую культуру. Но где-то, по ходу дела, мы утратили картину будущего. Мы превратились в животных, которые живут только сегодняшним днем. Dude.
Спасибо. Бриджес всегда был добр к нам. Поначалу Амелия была нам близким другом. Она ценила то, что мы делаем, и помогала нам восстановить ферму. Мы долго ждали шанса подключиться к сети. Давай-ка глянем на эту твою пшеницу. Ну надо же. Это все нам? Серьезно? Как тебе это удалось? О, ты молодец. Кстати, ты Фэджа случайно не знаешь? Если увидишь ее, передай сообщение от нас. Скажи ей спасибо, что спасла нас. Если бы не она, то южный узел и наша ферма были бы стерты с лица земли. Она герой. Можешь так ей передать. А, точно, сеть. Сможешь нас подключить? Сэм, за тобой ведь бывало гнались мулы, обнаружившие твой груз, да? Чтобы предотвратить такие ситуации, мы улучшили твой сканер грузов. Допустим, тебя пингуют. Если правильно выбрать момент, то можно ответить им тем же и отменить их импульс своим. Они ничего не узнают, а ты сможешь идти дальше, но нужен точный расчет. Спасибо. Вот теперь мы извлечем пользу из темпорального дождя. Наша ферма побьет все рекорды. У нас есть поля для испытаний, но мы не могли предсказывать темпоральные дожди, и поэтому результаты были не очень. Здесь темпоральный дождь шел часто, и мы представляли, когда сажать, когда убирать урожай. Но потом пришли террористы и все испортили. Слишком много трупов и кратеров. Погоду стало невозможно предсказать. Слава богу, сетевые прогнозы позволят привести все в норму. Если все получится, мы сможем увеличить наше производство и обрабатывать огромные поля. Мы продолжим генетические исследования, постараемся создать самоподдерживающуюся экосистему. Может, при этом мы даже узнаем что-нибудь про темпоральный дождь. Работы предстоит много, но она меня не пугает. Спасибо еще раз, Сэм. Ты подарил нам надежду. Скорее бы собрать урожай. Так держать, Сэм. Полпути пройдено, ты сможешь. Вы только посмотрите. Ты только что подключил ферму темпорального дождя к сети, а у нас уже есть заказы. Будет что прихватить по пути назад. Отлично.
Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Ладно, пошли.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Это так мило зайти к нам еще раз. О, боже! Смотри, сколько всего! О, я этого не ожидал. Мы добавили в твой Адрадек новую функцию, что-то типа детектора людей. С ее помощью ты сможешь проверить, не спрятался ли за стеной мул или еще кто. Но время ее действия ограничено, так что будь внимателен. Да, пока не забыл. Мы хотим тебе кое-что подарить.
Проклятие. Контейнер наполнен сжатым вулканическим газом. При разгерметизации газ начнет вытекать, что грозит бедой тебе и всем, кто рядом. Поэтому нужно всячески избегать повреждения груза. Возьми побольше ремонтного спрея. Если тебе интересно, газ необходим нашим исследователям. В случае успешной доставки ты, может, поспособствуешь созданию нового снаряжения.
Черт! Проклятие! Зарядите транспорт. Все нормально, Сэм? Выглядит отлично. Снимай шляпу. Береги себя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. В ПХК добавлена схема пандуса для прыжков. Пандусы подбрасывают тебя, используя силу хиральных кристаллов. Их можно использовать и на машине, и пешком, и даже на транспортере. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.